сколько йогурт дашь? Ну я не знаю, сколько у нас такой йогурт будет стоить, честно говоря. Ну здесь это 2 килограмма. Рассказывайте, как дела? 140 рублей. Ну, ты, слушай, цены еще дешевле. Короче, знаете, что я вам советую? Если есть возможность, то вы лучше в Турции живите, чем в Грузии. Я сам вижу. Отношения, во. Я Вике какую одежду накупил. Короче, Димон, на нас охуенные турецкие джинсы, которые стоили до войны 6-7, здесь 1000 рублей. Да я понял, я понял. Турция это бомба, и конечно. И Вике взяли, охуенные взяли. Ну, вот твой чай. А что это? Это чай, чай, да? Чай. Короче, чай получается на наши бабки 230 рублей. Да, а сейчас я тебе 140 рублей покажу, видишь, да? Это зеленый, Саша. А я хуй его знает. Ну ништяк. Туркиш. Ну понятно. По-моему, это не зеленый. Черный, да? Черный, по-моему. А это что? 120 рублей, Дим. Да ну нафиг. Вы сами охуели. У нас 300 с чем-то. Ну да, это я знаю. Яковс, конечно, Монах. Да, а так 500 с чем-то, да? Да у нас дорого, вы что? У нас эти кофея все стоят денег, я вам так скажу. Сотка. Да ладно, блядь. Лореаль. Это что, это шампунь, да? Да, туркиш. Обалденно, Саша. Да, ну, правда. Нет. А сколько жилье? Вы сейчас в гостинице, да? Да, сейчас я тебе покажу. Туркиш стиль. Видишь, да, вот? Ну, да, вижу. Охеренно, конечно. Ну, сейчас ночь, жалко. А так это, вы где? В Трабзоне, да? Да, за гора. А сколько ж номер, слушайте, номер сутки сколько стоит? Дорого, Дим, вляпались, а нам деваться некуда, почти 4000, и номер такой говно. Ну это, не, ну это вы просто пока, слушай. Это первый раз, поэтому там найдете потом нормальное жилье. Конечно, это просто мы первый раз, мы город огнями горит, народ гуляет, кабаки забиты, цены, вот я тебе показывал, ужин 100 рублей свой. Да ну охереть, слушай, два шампура. Впереди лават, хлеб фри, то есть за бесплатно хлеб. Ну социализм, не, ну турки ништяк, вот что эти... там базарить. Турки ништяк, я сам в шоке, тут находимся, Викуль... Короче, посмотри, слышишь? Саша, Грузия отдыхает нахер, да? Нет, сейчас. Я говорю, нет, Грузия отдыхает по-любому. Да, еду я под перед... Турецкая фирма Мава как-то в качестве одежды сумасшедшая. Перед Трабзоном мусора свистят. Гаишники, я останавливаю. Они русский друг, короче, попиздеть. Я документов, ну, мол, друзья, Путин, Эрдоган, короче, попиздели. Я говорю, давай с моей женщиной фотографию. Ну, видел я тебе? Прислал. Да, видел. Сейчас будет Викуля с турецкими самолетами, с турецкими танками. У нас зарядки не было, поэтому мы отдали на ресепшн, она нам заряжала. Так, а зарядку купите, да и все. Все по карте МИР. Я видел. Слушай, а там эти доллары можно снимать? Ты знаешь, Дим, мы поздно приехали. Я на таможне почти 3 часа проторчал. Угу. Желающих в Турцию въехать очень много. Ну, понятно. Страна достаточно дешевая, комфортная. Дешевая, Дим, сервис. Дешевая, очень дешевая страна. Ну, понятно. Я тебе ужин свой показал. Да, ну, я понял, Саша, ну, о чем ты, дорогой, говоришь? Ужин 100 рублей. 2 чашечки крепкого кофе и 2 стакана воды. Мы за все оплатили, и 200 рублей нету. Отлично. Так что Грузия нафиг, слушайте, ну смотрите, в Турции 90 дней, вернулись назад, опять 90 дней, чё?
Так вы еще подумайте, может, квартиру купить в Турции, а что, почему бы нет? Мы думаем, и мы сейчас пока смотрим. Ну, цены здесь на питание, конечно, копейки. Молочка, говорят, молоко, вот эти все продукты молочные, очень качественные. Ну, высоко... Мне рекламировали вот этот йогурт, я его знал. То есть он стоит 138 рублей 2 килограмма. Он не то что сладкий, он и со сладким, то есть они как едят? В пиалу наливают, да? Хочешь с оливками жуй, хочешь с медом, хочешь с вишней, хочешь с халвой. Да, у них еще сладости, слушай, я тебе дам, там у них вот эти все пахлава, все дела. А я тебе покажу по 30, по 40 рублей. Ну, уже набирайся. Да нифига, вы уже понабрали, короче, тут нифига, палочки всякие, ну понял. А это что-то, это рахат лукум, наверное, да? Вот такая ебала 30 или 40 рублей, я не помню. Ну эти, печенька или шоколадка, наверное. Шоколад, пиздец. То есть 30, 40, 50, короче, мы всего на полторы штуки и, как ее... И кока-колу 3 бутылки, и 2 шампуни, вот этого всего на 1,5, йогурты. Улькер, это Улькер, вот эта фирма шикарная. Шоколад, это шоколад, наверное, Улькер, да? Короче, вот такая у нас. Ребят, ну я очень за вас рад, мы рады с Мариной. Просто аккуратно там смотрите, как чего. Узнавайте, это очень. Турция ништяк. Не подрезать тут, я их сам научил ездить. Не, они очень культурная нация, там никто не будет тебя подрезать, ничего там никто. Да, улыбчивая. В магазине, я же знаю, я девочек, которые Вики джинсы купили сумасшедшие, все. Я к ним обращаюсь, ты, говорю, как, what is your name? Она там говорит, говорю, а, Гюзель. Она, Гюзель, красавица. А Вики, я знаешь, как джинсы покупал? Леди Димон, ну. Я говорю... My woman, no. Понятно. Вот так говорю. Ну вы там, слушай, вы примеряли, все померить можно, все дела, как обычно. Да, 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 Mavi вот такая, набери, почитай про фирму Mavi. Хорошо. Турецкая. Хорошо, да? Сделаю. Я говорю, my woman, no. Понятно. Приостановил ты видео, нихера себе, нормально. Ну все. Ладно, все, давайте, не буду отвлекать, уже 10:30. Сейчас я видео скину вам. Все.